Добрый день! Сегодня я расскажу вам о препарате парацетамол. Парацетамол выпускается в форме таблеток 200, 325 или 500 мг. Действующим веществом является парацетамол. Относится к анальгетикам и антипиретикам. Парацетамол обладает жаропонижающим, анальгезирующим и умеренно противовоспалительным свойством. Применяется для симптоматического лечения болевого синдрома различного происхождения, легкой и средней интенсивности. Головная боль, зубная боль, миалгия, невралгия, боль в спине, а также состояние, которое сопровождается повышенной температурой при инфекционных и воспалительных заболеваниях. Принимают его так. Для взрослых разовая доза парацетамола составляет 0,35-0,5 грамма, это одна таблетка, 3-4 раза в сутки. Максимальная разовая доза для взрослых 1,5 грамма, а максимальная суточная доза 3-4 грамма. Препарат следует принимать после приема пищи, запивая большим количеством воды. Для детей от 9 до 12 лет максимальная суточная доза составляет 2 грамма. Для детей от 3 до 6 лет максимальная суточная доза 1-2 грамма парацетамола из расчета 60 мг на килограмм массы тела в 3-4 приема. Противопоказаниями является повышенная чувствительность к парацетамолу, печеночная или почечная недостаточность. Нельзя использовать парацетамол с другими, содержащими парацетамол, препаратами. Усиливает действие кофеина, кодеина. Парацетамол не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.